Сядем цар Джебрей, дюна гор Патра. Все сидят Даша, сиуна цар Кабардок. Все сидят Камила. Мазрел нашит Серебро. Язык наших предков, моего отца. А ты как зовут все худуна? Джарафа Абзали Дюва, Альюм Сахи Дюва. Незнание языка, это, я считаю, стыд. Маздокские кабардинцы. Представители адыгского народа, проживающие на территории Курского района Ставропольского края и Моздокского района Северной Осетии. На этих землях, которые расположены вдоль береговой линии Терека, кабардинцы живут со дня основания крепости Моздок. И вот уже 2,5 столетия они следуют традициям, сохраняют адыгахабзе, законы, заложенные их предками в древние века. Кабардинцы, мы с Моздока, в этом наша стать. Мы храним законы гласны, силу верность дать. Мы моздокские адыги, в этом наша стать. Мы храним законы гласны, силу верность дать. 60-х годах 18 века Российская империя принимает решение об укреплении южных границ и начинает устанавливать оборонительные пункты. Так, в 1763 году по указу Екатерины II появляется крепость Моздок. К этому времени в Малой Кабарде происходят судьбоносные события. Уходят из жизни сильные и влиятельные князья Адельгирей и Кончука Гелахстановы из рода Мударовых. У Кончука остался сын Кургока. Неопытный, не набравшийся сил, без поддержки отца, он решает уйти от притеснений князей Большой Кабарды. Обращается с просьбой к императрице разрешить вместе с подвластными ему крестьянами заселиться в урочище Терека близ Моздока, тем самым оказаться под защитой русского правительства. Впервые в документах в связи с Моздоком прозвучала кабардинская фамилия Кончокина, когда делегация из него и его четверых племянников появилась в Санкт-Петербурге. Вот впервые в посольском приказе они были отмечены. Они приехали просить эти земли. Вот, и прожили они там долго, были приняты очень хорошо, прям в свет ввели, это была экзотика, это было что-то необычное для того времени, поэтому они произвели там, можно сказать, фурор и добились того, что хотели. Императрица Екатерина II ходатайствовала перед Сенатом, назвав переселение Кургока Кончокина делом весьма полезным. Кроме стратегической задачи укрепления на юге, Российская империя видела в заселении левобережья Терека развитие в крае сельского хозяйства и торговли. Князь обещал склонить к переселению и других кабардинцев, а в доказательство намерений принял христианство. А Екатерина подписала грамоту, разрешающую поселиться Кургока Кончокину в урочище Моздок. Это основатель Моздока, это князь Малой Кабарды, это очень известный человек, это очень знатный человек. И это действительно историческая личность. Это был человек, который сам добровольно принял святое крещение. Он практически выполнял апостольскую миссию. Он сам принял христианство, он обратил своих близких в христианство. И выбор этот был сделан сознательно. Князя нарекли Андреем Ивановичем Черкасским Кончокиным. Жену назвали Верой, дочерей – Надеждой и Любовью. Крещенному Кургока дали чин подполковника и определили жалование. Из доклада коллегии иностранных дел российского правительства. Привести его к присяге и отпустить в дом его, удовольствовав его при отпуске дачею, а именно ему, владельцу, 500 рублев, узденем его креститься желающим по 40, а не желающим по 30 рублев.
кабардинским князем Курбоко-Кончокиным. В укреплении Моздока стали расселяться и другие зажиточные семьи из Кабарды. Но основную массу переселенцев составляли беглые кабардинские крестьяне. При переселении они меняли свои фамилии на русские и принимали крещение. Тем самым освобождались от власти своих владельцев. Но некоторые так и оставались в служении феодалам. Таким образом, кабардинцы явились первыми жителями нового города Моздок, получившего свое название от местности. На этом месте располагался лес, который называли Моздек, что в переводе с адыгского означает «глухой лес». В 1764 году в Моздоке уже проживало 200 человек. Большинство из них были новокрещенными кабардинцами. За первые 3 года существования военной крепости кабардинские князья лишились еще 26 крестьянских семейств. Поток переселенцев невозможно было остановить. В Моздоке человек получал землю, семена и мог вести свое подсобное хозяйство. Религия была где-то мусульманская, где-то христианская, но сюда селили в это время только христиан. И условия были такие. Получаешь землю, получаешь там какую-то сумму денег, принимаешь христианство и живешь, дружишь, общаешься со всеми людьми. Они бежали от своих ненавистных хозяев, а здесь уже проходила, в 18 веке, здесь проходила линия граница Российской империи по Тереку. Они переходили Терек, вот, и просили покровительства русского гарнизона, чтобы их защитили, не передавали снова хозяевам. Постоянные набеги со стороны соседей воинственных привели население Малой Кабарды, ну, практически оно было уничтожено, и еще чума в этот период, 60-е годы, 50-е и 60-е годы, чума разразилась. И очень население было очень, ну, обезлюдили просто населенные пункты Малой Кабарды. Он просто спасал себя, в том числе и своих подданных. Они были в своей, в адыгской вере, пребывали. Это первоначальная даже Аредета, да? И, ну, адыгага получается. Оттуда, с этой адыгаги, мы на сегодняшний день имеем адыгахабзу. Главное, чтобы было адыгага. Я так думаю, наверное, да. Кабардинцы получили заветные участки земель в собственность, построили дома, начали заниматься сельским хозяйством. И как ни старались князья Кабарды вернуть своих крестьян, им это никак не удавалось. Тем более, что со временем процесс обращения мусульман в христиан был приостановлен. Тут мы живем более 2 века. Как они здесь очутились, точности ни у кого нету. Кто-то от плохой жизни, кто-то, может, от хорошей жизни очутились здесь. Но они всегда были мусульманами, они так и остались. Они были мусульманами, так и остались мусульманами. Раньше они были разбиты на несколько селений. Куй называется, колодец по-русски. Видимо, выкапывали колодец, и кто копал, по его именем назывался. Тут есть вот Даулят-Куй, Халяч-Куй. В первую очередь выкапывали колодец и сажались вокруг колодца. В 1785 году на землях Моздока уже проживали 116 кабардинских семей. Их численность составляла 343 человека. Кабардинцы селились компактно, чтобы не утратить свои корни в Моздоке, который к тому времени уже становился интернациональным населенным пунктом. Вячеслав, вот сейчас мы находимся на улице Кабардинская. А как появилась эта улица? Это была первая улица Моздока. Расскажите историю. Город был открыт для всех. Новый город, новая крепость, и под защиту крепости уходили и кабардинцы, и также осетины уходили, также другие национальности, и не был он там, сказать, расчерчен, этот город, а селились где кому придется. Естественно, селились кабардинцы, желали селиться с кабардинцами, крещенные с крещенными, кто принимал или оставался в вере мусульманской, они отдельно поселялись. Также у нас в городе Моздоке, кроме Кабардинской улицы, есть Грузинская улица, Армянская. И вот данная улица, это поселялись, вот здесь компактно проживали в данном случае кабардинцы. Моздокских кабардинцев делили на 3 группы.
– это православные, мусульмане и казачьи братья – казак-кош, родственники представителей горской казачьей команды. Чтобы получить вот эту свободу, нужно было одного из членов семьи записать в казаки. И вот он записывался как казаки, и он становился казаком. Это, и оттуда собралась команда, вот эта казачья команда, 100 человек, кабардинская, под предводительством Кургака Кончокина, скажем так, да? А все остальные члены семьи, они получались, они чьи, вы чьи? Мы казака, мы братья от того казака. И они стали казачьими братьями называться. Вячеслав Серебряков из рода Даутоковых. Его предки прибыли из села Шаушки Малой Кабарды. Переселившийся в Моздок князь Даутоков имел при себе много серебряного оружия, и его при крещении нарекли Давидом Серебряковым. Кто на этих фотографиях? Здесь Виктор Серебряков, Виктор Никифорович Серебряков. По-кабардински он Хаджимурат Асламбекович Серебряков-Даутоков. Здесь находится тоже Серебряков Александр Никифорович. Даутоков Заурбек. В крещении, да. В 17 году учился в Оренбургском казачьем училище. После него сразу же в 12 году попадает на Персидский фронт в Турцию. Там воюет вместе со своим братом старшим и вместе со старшим братом моего деда. Они там находятся в Персидском фронте. После этого начинается Первая мировая война. У них еще есть, у этих двух братьев, еще есть Хасамби или Георгий, это младший брат. Он, его Хасамби зачисляют в дикую кавказскую дивизию. В 15 году он погибает, и брат имел право заменить его там. И Александр или Заурбек его там заменяет. Редкие и ценные фотографии, документы, подлинники различных квитанций, справок, свидетельств, почтовых открыток годами бережно хранила бабушка Вячеслава. Она привила любовь к истории народа, к изучению родословной. Серебряковы живут в Моздоке уже в 8-м поколении. Историю таких многопоколенных кабардинских семей хранит библиотека села Русское Курского района Ставропольского края. Вот в этой папке, например, вот у нас представлены, смотрите, род Семеновых. Это кабардинский, да, род. Да, кабардинский род. Род Харадуровых. Угу. Род Аргишевых. Вот такие вот у нас. Заведующая библиотекой села Русское Галина Семенова на протяжении многих лет занимается исследовательской работой. Изучала архивы и в Моздоке, и в Ставрополе. Результат ее труда – книга об истории села Русского. В ней собран богатый научный материал, основанный на исторических документах, фотографиях. Писали, чтобы воссоединили православных кабардинцев и кабардино-балкарских. Вот, видите, костюмы, как выглядели. У меня муж кабардинец, мы уже 43 года в браке. И я 43 года, кабардинская сноха. Что интересного в обычаях, в традициях кабардинцев вы для себя отметили? Вы знаете, мне дороги стали все их обряды и обычаи. Из года в год, я вот, живя с мужем, я познавала все новые, новые какие-то обряды, обычаи. Есть, конечно, отголоски языческой культуры даже в этих обрядах. Что мне вот особенно приятно, что вот молодое поколение вот кабардинцев, да, они настолько свято относятся к своим традициям, настолько бережно они их хранят, и вот культура их, она не угасает. Передать культуру, язык, традиции новому поколению, сохранить и развивать свою нацию. Моздокские кабардинцы старательно следуют заветам предков. Когда-то их прадеды заселились в моздокских степях, чтобы жить, работать, развиваться и растить новое поколение адыгов, которое всегда будет помнить о своих корнях. Мы считаем, что кабардинцы на территории Курского района – коренные жители. То есть, а если коренные жители, то есть на территории, соответственно, они сохранили за это все время, которое они здесь проживают, свои традиции, обычаи. И самое интересное то, что они компактно проживают.
как они были там, проживали, я думаю, что в те времена, когда они только туда приехали, когда они образовали все остальное, они там и остались. Население занималось скотоводством. Для поиска пастбищных мест, вот отары овец перегоняли с места на место, вот на пастбище, и появлялись на этих местах и хутора маленькие. 3-4 дворов даже бывало один хутор. Но есть крупные хутора, например, вот здесь у нас Инал-Хабжа, это Авалов. Моздокский кабардинец Дмитрий Мамуков родился и проживает в селе Серноводское Курского района Ставропольского края. При въезде в его село гостей встречает черкес и черкешенка. Монумент, олицетворяющий гостеприимство адыгов. Название Серноводское поселение получило в 1959 году, но кабардинцы живут здесь более двух столетий. Сначала тут располагались Инальхабля и Какляшкы. Потом эти названия решили переименовать в честь погибших в период коллективизации сотрудников НКВД Азаниева и Авалова. А когда в 50-х годах здесь нашли минеральный источник, решили объединить два села и назвать их Серноводское. Это церковь. Построена она в 2002 году. Сюда приходит молиться половина жителей Серноводского. Они христиане. Молятся они Казанской Божьей Матери. А это мечеть. Построена она в 2004 году. И сюда приходит молиться другая половина села. Мусульманская. Но что удивительно, и те, и другие обращаются к Всевышнему на одном языке – адыгском. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллахзахум дешаур ешта. Аминь. Белых мужемат, ворский сугур. Но буду как вас, воздуха, дровина. Сыц хазбама, ма вызыфа и хезар, дегонах кодымджа, дехойкуады, куддаапук. Пожелания здоровья, мира, благополучия близким и родным. В обоих молитвенных домах Серноводского, в мусульманской мечети и православной церкви кабардинцы обращаются к Всевышнему с одними просьбами. В этом селении на общем сходе граждан решили построить церковь, так как у наших соседей, мусульман, у них уже строился мечеть. Строили эту церковь полностью на благотворительные пожертвования селян, состоятельных людей, фермеров, предпринимателей. Они вносили большие суммы денег и строили эту церковь. Строили, кстати, церковь наши мусульманские братья, строители. Да, и кресты ставили они, и все. Вот это построили они нам, ихние строители. И притом мусульманская община внесла большое пожертвование на строительство церкви. И мы то же самое внесли там пожертвование, когда они строили мечети. Живем мы прекрасно. Начинается все это со школьной скамьи. Мы с первого класса с ними туда идем учиться. Становимся товарищами, друзьями. И в дальнейшем также и остаемся. Обычаи почти у нас одинаковые, единственное вот различие в религии. Но спора по поводу всего этого не возникает Нет, они сами себе... Вы не доказываете друг другу, что... Нет. Есть Аллах, такого спора у нас Аллаха, нет. Аллаха Бога нет, а у них Иисус. Вот вы не спорите? Нет. Они... Тоже называют Аллаха Аллахом. Как вы это объясняете? Ну, я думаю, это пережиток прошлого. Видимо, они были мусульманами, и осталось вот это все, термины до сих пор у них. Молимся тоже по-кабардински. Я Аллах, дунейный хижам с вами, Ахмад Тхам Агрит. Я Аллах, сдагуам Тхам Зигазадага. Знаете, мне всегда было интересно, вместе живут и мусульмане, и христиане. Вот как вы общаетесь, какие у вас взаимоотношения?
взаимоотношения у нас дружелюбные. Всегда, всегда, в любое время мы общаемся. Традиции мы сохраняем свои, не забываем. Спокон веков наши предки тоже дружили, вот, помогали во всячески. Сколько я себя помню, никаких даже мелких конфликтов на религиозной основе никогда не было. В школе мы вместе ходим. Мы там привыкли уже и дружим. Потом уже в конце в каком-то мы узнаем, что оказывается это разные религии. Этот. После этого уже свадьбы проходят, есть совместные свадьбы, уже смешанные браки. Уже. В мусульманской семье Батраковых две невестки из православных семей. Одна из них, Альбина, приняла мусульманство. Я сама к этому пришла. Вообще слова никогда не было за это, чтобы как-то подтолкнуть или какие-то обязательства были ни с мужа стороны, ни, ну и мои, моя сторона это приняла. Светлана и Мадина, две старшие снохи семьи Батраковых, живут вместе с тех пор, как вышли замуж. Их мужья построили дома рядом в одном большом дворе. Здесь построились, начали жить. Дети, у них две девочки и мальчик, у нас девочка и мальчик. Вот теперь уже бегают у нас во дворе наши дети. Уже троюродные, но живем как родные. Конфету одним приносишь, надо обязательно всем. Даже если и не принесешь, то они обязательно поделятся. Дома по соседству стоят. Можно было, наверное, сделать отдельные территории свои, да? Но ваши мужья решили сделать общий двор. Наверное, они захотели посмотреть, как мы будем жить в одном дворе. Сперва посадили нас, а потом тихо от нас сами ушли. Теперь традицию жить вместе одной большой семьей продолжили сыновья, двоюродные братья Залимхан и Аскерхан. Вот ваши отцы построили в одном дворе дома. Вы будете их традицию продолжать так же вместе жить? Живем и продолжаем. Уважение к старшим, взаимопонимание, поддержка друг друга, традиции адыга-хабза, своды неписанных правил адыгского этикета чтут в семьях моздокских кабардинцев. Крестьянин Вадим Кукуев женился на мусульманке Беле и сыграл самую настоящую адыгскую свадьбу. У нас все свадьбы так играются здесь. Иначе никак. Наши нацмены, кабардинцы, свадьбы играют только в таком амплуа, я не знаю. Больше никак не представляю я наши свадьбы. И танцы, и все. После свадьбы Белла приняла веру мужа, стала православной. Научилась печь куличи, красить яйца на Пасху и молиться иконе Божией Матери Марии. Как происходит обряд принятия православия? Какой-то ритуал совершается? Или вы как принимаете вот веру? Ну, это происходит в церкви. Это все делает батюшка, он крестит, со мной присутствуют два моих родителя крестных. Традиции религии с одной стороны, а с другой – национальные обычаи. Почитание старшего поколения, гостеприимство, достоинство, честь – основы, на которых воспитывают молодежь. Я горжусь, что я черкешенка, я рада, что я родилась в этой семье. Живем хорошо, дружно живем. Надо помочь друг другу, помогаем. Это в быту все видно. Там очень много сходств. Что в мусульманском термине вот произносится намазана или здесь. Там много таких сходств, что и в церкви тоже. Мы сейчас, допустим, режем пышки, и Аллах говорим. У некоторых представление такое, что у мусульман это только. Оно и у нас тоже есть. Аллахм дихаджим инафацирахуздо, аудухахудохох. Обряд хальджи, о котором упомянул Вадим Кукуев, можно увидеть только у моздокских кабардинцев. Они пекут пышки по особым случаям, произносят молитву, режут их треугольниками и раздают во благо присутствующим за столом. Уникальность вот этого обычая заключается в том, что такой обычай только у моздокских адыгов. Вот три пышки, что передо мной, сделаны из высшего сорта зерна, полученного в течение года урожая, и поэтому мы сегодня готовы молиться Всевышнему за то, что он предоставил нам такую возможность
радоваться, воспитывать своих детей, с уважением относиться к своим старшим, соблюдая при всем традиции и обычаи Адыгы-Хабзы. Вот три пышки — это означают землю, небеса и солнце. Сегодня мы хотим показать, как в Моздоке, в Моздокском районе, проходит праздник Мирму. Мирму праздник. Это по-русски называется «Успение Пресвятой Богородицы Марии». А по-кабардински мы Марию называем Мариам. И отсюда идет праздник, называется Мирму. Перед тем, как разрезать священные пышки, старший произносит молитву. Затем младшему дает попробовать, и ему же достается крыло индейки, которое по традиции лежит сверху пышек. В этом тоже есть преемственность поколений. Старшие таким образом учат молодых, как соблюдать традиции и обряды. Папа, Эдик. Эдик, подойди. Завтра. И мы разрезаем ее, вот, и получается у нас треугольниками дольше. Треугольники, потому что у нас Анна всегда называлась, трехножка была у адыгов, Анна Шапыш. И тот, кто испробует вот этой священной пышки, тот будет самым счастливым человеком. Ему будет всегда вести, Бог, Господь будет помогать. Факу, Света, мы хотим, чтобы тебе больше всех повезло в общении с кабардинцами моздокскими. Вслед за ритуалом раздачи пышек моздокские адыги разделывают индюка. Это тоже особенная церемония местных кабардинцев. Индюк делится ровно на 18 анатомических частей. Разделывающий должен держать птицу за ножки в левой руке и всю церемонию не отпускать. Мой отец 18 лет, там, когда ему было 18 лет, пацаном еще, в селе Богатырь, это Курского района, с дядей поехал. Дядя у нас был ляден такой, Факов. И теперь за столом сидят, кто будет резать индюка там. Ну, никто не знает. Лядем говорит, дайте этому пацану хороший нож. И 18-летний пацан режет. Дядя говорит, здесь будет 18 кусков. И когда порезали, скатерть убрали, посчитали 18 кусков. Каждый моздокский кабардинец должен уметь вот так ловко и быстро разделывать эту большую птицу. Ведь три пышки и вареная индейка – главное блюдо праздничного стола. Ну, у меня шестой десяток идет и уже заканчивается, можно сказать, даже. Вот сколько я живу, сколько эта традиция была. Но разделывать не на каждом застолье, а на торжественных случаях. Еще один интересный ритуал, связанный с застольем моздокских кабардинцев, касается разрезания желудочка разделанного индюка. Тамада стола делит его на 7 частей и раздает присутствующим, выбирая на свое усмотрение, кому достанется кусок. Его должны сохранить до конца застолья. Тот, у кого не окажется заветного куска, накрывает очередной стол. И все это делается ради веселья и забавы. Традиции застолья и гостеприимства у адыгов неразрывно связаны с национальной кухней. Адыги, где бы ни проживали, готовят традиционные известные лилипщ, чипс-паста. Но есть и особенные блюда, которые встречаются у того или иного субэтноса. Инесса, ну такой роскошный стол – это какой-то гастрономический праздник. Это что, все блюда моздокских кабардинцев? Да, действительно, здесь представлена национальная кухня моздокских кабардинцев. Это у нас называется халива, можно сказать, пирожки с сыром. Это дагаджахо, по-другому слоеный хлеб. Лапшаник, мы называем его лапшаник, зачарс, это так называют его кабардинцы с Нальчика. Тесто на яйцах, заправлено все медом. Вареный индюк готовится с вот этим блюдом. Мы называем его псилякум. Это блюдо называется халюа. Основа на меде, который делается из арбузов. Это кальтама, это тоже слоенка. А мы это называем палькао. Слышали? Нет.
Это лакумы, визитная карточка моздокских кабардинцев. Тесто обычно готовится на кефире и жарится на растительном масле. Мы называем это шалям. Вот так мы с вами будем учить адыго-кабардинский язык, чтобы лучше даже понимали друг друга. Ну и вот это блюдо, паста, я думаю, что оно вам тоже знакомо, да? Да. Обычно подается с вареным мясом. Чатлипче мы говорим, да? А вы говорите гедлипче. У нас обычно это готовят чисто на зажарке с луком, с красным перцем. У вас, я наблюдаю, он белого цвета. У нас сначала жарится, потом парится курица. Туда добавляется сметана, немножко муки, ну и специи по вкусу. Вы сами лично что любите готовить? Ну, наверное, все, потому что все эти блюда мы готовим на все наши праздники. Одно из представленных блюд – слоеный хлеб – моздокские адыги готовят чаще всего. Обыкновенное тесто, которое замесили на простой подсоленной воде, раскатывается в огромный тонкий круг и скручивается в улитку. Как вот такое тонкое тесто, такое большое раскатывается? Но оно, тесто, когда готово, оно должно чуть полежать. Потом оно раскатывается. И чтобы оно тонкое было, его надо тянуть. Масло на любой вкус. Кто топленое, кто такое постное масло. У нас, например, Ариана любит с оливковым маслом. Молодежь сейчас современная. Минут 40-50. И наша дараджаха уже готова. Он у нас так называется. В доме Курцевых проживает 3 поколения. Глава семьи Борис занимается земледелием. Его сыновья выбрали профессию военного. Младший сын учится в Воронеже, а старший уже получил диплом и работает в исправительной колонии. 17 лет я с землей связан. Со школьницами я уже в колхозе работал комбайнером, потом тракторист, потом водитель. Работаю начальником отряда, старший лейтенант внутренней службы. Здесь есть колония, да, получается? Да, рядом, 18 километров. Вы проживаете вместе со старшими, твои родители тоже, получается, проживали со старшими. Это вот такая вот традиция. Как уживаетесь внутри семьи? Все хорошо. Баба! Не жалуемся. Новая семья. Всегда трудно привыкать. Как у тебя этот процесс проходил? Легко. Мы соседние села, в основном особых различий нету. Ну, по крайней мере, в моей семье такого не было, чтобы различалась религия там или что-то. И мне было легко привыкнуть, потому что я знала здешние традиции. Младший сын, да, вот не женатый еще. А если скажет, что будет брать невестку из семьи христианской, как вы отреагируете? Нормально. Молодежь уже сами как-то. Они сами решают. Ну, различия нету, да? Нету, нету. Это уже давно так идет. Давно так идет. Смысл этой фразы глубже, чем может показаться. Моздокские кабардинцы с рождения живут и воспитываются в среде, где, в принципе, нет религиозных противоречий. Где неважно, мусульманин ты или православный. Здесь уважают выбор каждого и даже не задумываются над тем, что может быть иначе. Ни разу не слышал, чтобы у кабардинцев на религиозной почве были какие-то конфликты. Я ни разу об этом не слышал, хотя я знаю очень многих кабардинцев, очень люблю и уважаю этот народ. Есть кабардинцы православные, есть мусульмане. Но это тоже наша богатая история, да? Как они стали там православными, все остальное. Но они между собой общаются, живут, дружат, то есть празднуют праздники, все остальное. У нас многонациональный район, да? И мы заинтересованы в том, что все народы жили дружно и сообща. Глава Курцкого района отметил активное участие кабардинцев в общественной, культурной, спортивной жизни района. Рассказал о преобразованиях Серноводского сельского совета, куда входят поселения кабардинцев. Например, в Доме культуры хутора Графский, в этом селении проживают около 400 адыгов, провели большую реконструкцию.
Очаг культуры ждал капитального ремонта 30 лет. И вот здесь заменили кровлю, всю коммунальную систему, кресла в зале, обновили одежду сцены, отремонтировали фасад здания. Ну вот тут детская площадка для детей, с левой стороны вы видите тренажеры, там будут взрослые уже заниматься. Вот в этом месте у нас газон будет, озеленение, клумбы, цветы, декоративные деревья. Это очаг культуры всю жизнь объединял все населенные пункты. В доме культуры будут кружки, самодеятельность будет, выступать дети. У нас очень национальные этот кабардинцы выступают. Вот тут очень много осетин тоже, осетинская тоже традиция. Турки есть очень много, которые будут заниматься. Это будет очаг культуры или центр культуры. С другой стороны, психологическое воздействие на новое, что-то новое, на восстановленное, это не передать никакими деньгами, никакими словами. Это вдохновляет, наверное, конечно, да, жителей, и что о них заботятся. Да, 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 да. Новая школа Серноводского тоже стала вдохновением не только для учителей и учащихся, но и для всех жителей села. Долгожданное и радостное новоселье отметили в 2015 году. Просторная, комфортная школа появилась благодаря человеку, чье имя носит это учебное заведение. Идейным вдохновителем был Анатолий Тимофеевич Туркинов. Он выпускник нашей школы, и он смог добиться того, чтобы строительство нашей школы вошло именно в федеральную программу. Он всего достигал сам. И, наверное, для наших детей это является очень ярким примером того, как человек становится строителем своей судьбы. Он, говорят, работал министром, да? Да, он работал в Кабардино-Балкарии, возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям. Любил свой населенный пункт, свое Он село. Очень любил свое село, и его мечтой было именно построить вот эту школу. К сожалению, он не застал и не дожил того момента, когда школа была построена и открывалась, и поэтому на сходе граждан было решено присвоить школе имя Анатолия Тимофеевича Туркинова. В школе обучаются 210 учащихся, это дети села Серноводского, за исключением 20 школьников, приезжающих из соседнего Графского. Здесь созданы все условия для того, чтобы они получили качественное и достойное образование. Появление в учебной программе кабардино-черкесского языка – важное достижение последнего года. Ранее и в старой школе тоже у нас преподавался кабардинский язык факультативно. Сейчас, с прошлого года, федеральный государственный образовательный стандарт вступил в силу. И на сегодняшний день родной язык, изучение родного языка, родной литературы включены уже в учебный план образовательного учреждения. Урок кабардинского языка начинается с речевой разминки. Сначала за учителем ребята повторяют буквы, слоги, затем и слова. Почти как в первом классе. Хотя урок проходит в седьмом. Кабардино-черкесский язык – новый предмет. Поэтому все ученики, независимо от возраста, этот год обучаются по программе для начинающих. С-сод. В-од. В-одха. Ты пишешь. Арматха. Он пишет. В неделю кабардинский язык и родная литература у нас получается по одному часу. Кабардинский язык один час и родная литература, включая по 10 класс, по одному часу. То включительно мы занимались по 9 класс, сейчас это и 10 класс. В дальнейшем, на следующий год, это будет и 11 класс. Конечно, проблема угрозы исчезновения родного языка, как и для всего адыгского народа, коснулась и моздокских кабардинцев. Дети мало на нем говорят. Между собой в основном общаются на русском языке. А еще литературный кабардинский из учебников дается сложно. Мы говорим где-то хаун, где-то в кабардино литературном хауан, где-то тот же огурец, наш литературный язык. А мы говорим хаяр, вот такие различия, где если такие слова, допустим, здороваться, во-первых, фима хурафо, литературный фимша джизго, фимшашхафо, то моздокский диалект мы говорим между собой ситхота фима дархар. Но мы идем по программе, мы выдерживаем программу, но есть, приходится объяснять адыгабзавы, дадить диалект уже анхой, ойсабзавы митхашинхой. Сейчас идет большая работа кафедры кабардинского языка в Кабардино-Балкарии.
именно по разработке учебных пособий и учебников именно диалектом моздокских кабардинцев. Мы очень ждем этих учебников и пособий и очень надеемся, что учебники кабардинского языка, кабардино-черкесского языка войдут в федеральный перечень учебников. Пока учебники разрабатываются, ребята учат родной язык через прекрасные стихи кабардинских писателей. Учат в семье, в общении с родными. Новое поколение моздокских адыгов гордятся своими корнями, равняются на старших, желают изучать свой язык, культуру, традиции. Моего отца зовут Джабраил, как и меня. В семье у нас большая, дружная. Есть папа, мама, три брата, маленькая сестра. Между собой мы разговариваем на своем родном кабардинском языке. Незнание языка – это, я считаю, стыд. Потому что это своя душа. Адигаб зовутся Ходумяку. Я румучал, что мы, ну, ты меня по типу хожу из. Сеси надар сядам ядыш, ибзар адигабзаш. Сеси дадар сядам ядыш, ибзар адигабзаш. Адигабса нана ибса, сытупса даха. Адигабса нана ибза, сытупса даха. Старшеклассники из Серноводской средней школы впервые исполняют танец моздокских кабардинцев перед учителями. Это воспитанники Марины Куновой. Получив профессию хореографа в Нальчике, девушка вернулась в родное село. Я только начинаю набирать детей. Это начальные мои дети. Первая моя постановка. Танец моздокских кабардинцев, характеризующий нас, кабардинцев. Первый постановщик этого танца является Атабиев Игорь Клишбеевич. Он руководитель, художественный руководитель ансамбля «Кабардинка». Собрать ансамбль народного танца, представлять его на фестивалях, ездить на гастроли по республикам компактного проживания адыгов. У хореографа Марины много планов. Во всех начинаниях она находит поддержку в родном коллективе, и ее поддерживают воспитанники. Я в ансамбле Мадины Викторовны. И мне очень нравится то, что мы возобновляем наши танцы, наши и соблюдаем наши обычаи и традиции. Я с детства люблю танцевать, на свадьбах танцевал. И мне захотелось тоже с этими ребятами станцевать. Это первый ансамбль, в который меня позвали. До этого я ни разу не танцевала, и мне очень здесь понравилось. Вы сегодня показали танец моздокских кабардинцев. Мадина Викторовна говорит, что он показывает характер моздокских кабардинцев. Вот какой характер у моздокских кабардинцев? Именно у мужчин. Да. Наверное, мужество, в первую очередь. Честность, доброта. Так получилось, что моздокские кабардинцы оказались вдалеке от Джилехстаней, малой Кабарды, откуда они родом. Оберегая прошлое, сохранять и развивать народ в большом многонациональном регионе. В решении этой важной задачи большую роль играют образовательные учреждения. Они получают государственную поддержку для реализации национальных проектов. Например, Серноводская школа смогла открыть музей истории и этнографии. Это ступа по-кабардински «гух» говорят, «гух», «гозырьяг», то есть «толочит». С 18 века она передавалась в роду Забиловых из поколения в поколение. Отец передавал сыну, сын своему сыну, и оно дошло вот до наших дней. Старинные предметы быта черкесов Дмитрий Николаевич Мамуков собирал годами вместе со своими учениками. 46 лет он работал в Серноводской школе, преподавал историю, учил ребят адыгскому этикету, 27 лет был директором школы. Это адыгская хижина. Адыги моздокские строили, в основном строительный материал являлся саман, глина, солома. Делали плитками большими, высушивали их и ложили. Крышу перекрывали камышом. Поверх камыша еще солому ложили, а поверх соломы для прочности еще и глину набрасывали.
А некоторые даже и замазывали ее, чтобы вода хорошо стекала. Это вот первые переселенцы, которые оказались здесь, строили вот такие? Вот да, вот видите, вот здесь терраса. Прохола, говорят, адыгар. Всех старых домов вот эти террасы, они присутствовали. А сегодня в Серноводской сохранилось что-нибудь наподобие? Есть, старенькие домики есть. Старенькие покосившиеся домики действительно сохранились в Серноводской. В одном из таких домов в 1956 году родился активист общественной организации Адыгахаса Моздока Руслан Факов. Это вот типичное жилище, старое жилище моздокских кабардинцев, я так понимаю. Это родовой дом Факовых. Когда дед переехал с Самзакуя, купили этот домик, и они вот это отреставрировали. И вот здесь родился мой отец, родился, тети мои родились. Вы тоже здесь родились? Я тоже здесь родился, тогда назывался хутор Ось-Богатырь. Руслану было 10 лет, когда отец решил переехать в Моздок. У дома после этого было несколько хозяев. Понятно, что в наши дни его используют для хозяйственных нужд, но он сохранился по сей день и оберегает вековую историю. Сам унам спать хват 66-й гома. Мы с корреспондентами отцовом уна затрахнем какой-то. Сам факум Руслан. Мы к сантам спать хватся. И что испытываете? Какие чувства? Ностальгия. И с нам дему была верандочка здесь была вот так. Мы нам дему по центру у нас большой абрикос был. Весь двор был закрывал. А кто еще кроме вас в вашей семье росли? Две сестры мои, Люда и Анжелика. Как три человека в таком маленьком доме, еще папа, мама, бабушка, уживались? Да, ну уживались. Мы, вот там, где этот под гараж пробито, там спальня бабушка. А у нас мистер Сядеянар. Здесь тоже старенький домик был у нас, это как летняя кухня была. Вот там печка стояла, где хлеб пекли домашний большой. Огромный хлеб был, вот так, ну, вот так жили. Такие саманные турлучные домики были типичными постройками кабардинцев не только для селян, но и городских жителей. В Моздоке на улице Кабардинской мы нашли один такой домик. Вот оно такое было невысокое, немножко оно даже в землю уходило, чтобы было тепло, более тепло. И вот так вот, вот так в таких домах жили. Вот это все. Это история, которая уже уходит, больше ее нет уже, больше не будет, не повторится. История не повторится, но память остается. Конечно, сегодня моздокские кабардинцы проживают в просторных кирпичных домах. Они благоустраиваются, у них ухоженные дворы, выложенные плиткой. Но общенациональные черты остались. Строить жилище с гостиной Кунацкой сразу после приветствия, говорить гостям «добро пожаловать» и преподносить им угощение – это генетический код, который не стирается годами. Меня Светлана зовут. Очень приятно. В семье Губжоковых нас встретили представители нескольких поколений. У малышек Сабрины и Каролины есть не только бабушки и дедушки, но и прабабушки и прадедушки. У Зухры Губжоковой две невестки – старшая и младшая. Бабушка довольна обеими. Чему вас научила ваша свекровь, а сейчас вы учите свою невестку? Меня тоже она всему научила. Не жалуюсь, свекровь моя хорошая, ничего не могу сказать против. Научила она меня тоже, и я, в свою очередь, свою сноху тоже научила. Каждая невестка приводилась в дом Губжоковых с соблюдением всех свадебных обрядов. Из рассказов женщин было понятно, что есть много схожего с традициями, которым следуют в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. И даже такому старинному обычаю, как хтех, снимающий фату, местные адыги следуют до сих пор. Снимает, этот, который фату снял, братом становится. Фату снимает из рода, куда привезли невестку? Любой может, как они договорятся. Подняться. Да, они роднятся. А в какой момент фата поднимается? Когда ее заводят во двор? Нет. Когда они уже посидят, полсвадьбы пройдет, потом заводят в дом, поднимает фату, три раза так раз, два, три, псмыля, и поднимает. И свой подарок дарит, и все остальные тоже заходят.
кто с каким подарком, кто с деньгами, кто с золотом. Вот так, оторвавшись от своего этноса, моздокские адыги сумели сохранить свои национальные черты. Во всех семьях замечаешь кроткий характер молодых. Пока общаешься со старшими, младшие покорно стоят в сторонке, не перебивают и вставляют свое слово только тогда, когда к ним обращаются. Также в семьях замечаешь разделение столов на мужской и женский. Я со своим дадой, со свекром, никогда еще не кушала. Не кушаю я с ним и не сижу перед ним. С невесткой моя тоже так же. Они покушали, ушли, потом мы садимся, кушаем. И бывает, вместе сидят. Ну, я вот, например, не знаю, сколько лет я не кушала с ним, как я теперь сяду, буду с ним есть. Да мне и в горло не полезет уже. Дана Губжокова любит готовить. Она много печет, селяне ей заказывают кондитерские и хлебобулочные изделия. Для домашних же она всегда готовит национальное блюдо. Например, койжапха – жареный сыр на сковороде. Итак, нам понадобится сыр, сметана домашняя, одно яйцо, мука и немножко масла. Все перемешивается. А сметана, она должна быть домашней, жирненькой? Жирненькая, да. Но если нету, не принципиально это. В сковородку масла вы уже не будете добавлять? Нет, не будем уже, потому что все здесь. Постоянно надо помешивать? Да, чтобы не пригорело, постоянно помешивать. Немножко прокипит оно, муку добавим. И с мукой тоже, чтобы прокипело. Теперь всыпаем муку. И тоже помешиваем постоянно. Такая консистенция интересная, да, уже да, вот масло выделяется уже вот. Ой, жарко получается уже. Мясо, яйца, молочные продукты, овощи – все, что на столах у селян собственного производства. У всех жителей Серноводской есть приусадебные участки. Каждая семья держит домашнюю птицу, овец, коров. В селе проживает 1500 человек. Женщины в основном работают в системе образования, здравоохранения. Мужчины возделывают поля и служат в вооруженных и силовых структурах. Это вот центральная ваша улица, да? Да. Центральная улица Серноводского, но в восточной части, где мусульмане и кабардинцы проживают. Дома, смотрю, такие разнообразные. Кто-то благоустраивается, кто-то еще нарабатывает, наверное. Ну, как и везде, как и в России, везде. Как, смотря как, какой достаток у человека, где он работает, какую зарплату получает, какой доход у него. Тот... А кем работают жители Серноводского? Большинство тут работает фермерами. Что они выращивают? Земли выращивают в основном зерновые, продают все это, и за счет этого детей обувают, одеваются, держат стариков, дома делают и так далее. А земли, наверное, у них это паи. Это бывшие паи, уже право собственности оформили, это частная собственность уже ихняя. А остальные работают в воинских частях рядом, в ближайших городах, в Моздоке, в Прохладном, в Нальчике и по всей России. Очень много летчиков. С нашего села вот этого летчики есть, пожалуйста, служат. Они достаточно хорошо получают, помогают родителям, приезжают и так далее. И этот. Недалеко отсюда, в 12 километрах, есть подразделение УФСИНа. Там даже наши служат целыми династиями. Бизнесом мало кто занимается, разве что есть несколько магазинов в селе. Если бы в свое время Министочник Серноводской не посчитали разносчиком инфекции и не забетонировали, можно было развить туристический бизнес, как в соседнем русском селе. Здесь минеральные воды стали источником дохода селян. Что здесь расположено? Что вы оздоравливаете? Ну, если медицинских показаний, то очень много, что она лечит, эта вода. Опорно-двигательную систему лечит, ожирение, пищевой тракт. Да, у нас минеральная вода. Гидрокарбонат натриево-щелочная, скважина 1300 метров, 39 температура воды. Это, ну, она очень полезная. Давно этот источник здесь? Ну, этот источник с 1986 года. Нефтеразведку производили, и вот
нашли эту воду. Мы занимаемся с 2005 года этим источником. Обустроил территорию уроженец села Русское, моздокский адыг Александр Дедымов. Он руководит крупной строительной фирмой, занимается выращиванием яблоневых садов и овощепереработкой. Патриот своего села, вот на вот это надо было бы, он выкупил его, вот сколько вложил здесь для людей сделал. Вы же видите, какой дизайн здесь, красиво все. А в год сколько к вам приезжает туристов? Ну, в год, это довольно-таки сложно сказать. Ну, в день, если 250-300 человек посещают, особенно в сезон, летом, до 500 человек в день. Они откуда? Ну, со всех союзных республик, соседних республик. Моздокских кабардинцев всего насчитывает около 6 тысяч человек. И хоть проживают территориально они в разных регионах, сообща решают многие насущные вопросы. И даже с едиными проектами приходят к главам своих административных центров. Так повезло, что мы соседи, причем самые добрые соседи. Всегда то, что касается сельского хозяйства, мы друг другу ездим за помощью, помогаем. Ну, каждый базар в субботу-воскресенье, весь Курской район у нас в Моздоке находится. И на всех мероприятиях, наверное, кабардинцы из Курского района приезжают, и всегда тепло мы их встречаем. На самом деле кабардинцы в Моздокском районе – это неотъемлемая часть. Одни из первых поселенцев. На самом деле не делим друг друга на кабардинцы, остины, русские, потому что в Моздоке проживает больше 70 национальностей. У нас прекрасно работает дом дружбы, где мы все встречаемся, где мы рассказываем свою историю, ту же историю про кабардинцев, которые принимали участие в основе города Моздок и нашего прекрасного района. В Доме дружбы народов представлены 14 национальных общин. Союз кабардинцев собирает здесь свой актив, обсуждает насущные вопросы по сохранению национального самосознания. Общество принимает активное участие в торжественных мероприятиях, проводимых как в Моздокском, так и в Курском районах. Вокально-инструментальный ансамбль «Моздокские адыги», созданный Союзом кабардинцев, лауреат многих городских и региональных национальных фестивалей. Адыг-Хабзе, традиции, обычаи, язык, культура. И мы продолжаем это культивировать в своих детях, в своих внуках. Хотел бы сейчас вспомнить первого руководителя национального культурного общества. Это был Абаев Анатолий Афанасьевич, который очень большой вклад сделал. Потом, после Афанасьевича, у нас был Анатолий Афанасьевич, был руководителем Шкемов Анатолий Борисович небольшое время. А потом пришел знаковый руководитель, это Кунов Николай Ильич. Это человек, который не только, значит, поднял уровень нашего общества, он еще и, значит, познакомил с ним всю Кабардино-Балкарию, всю Адыгею, всю Шапсугию, наверное, познакомил. Это был уникальный человек, который был сам музыкант, он был историк, кандидат исторических наук. Он даже написал несколько книг, касающихся истории моздокских адыгов. Союзу моздокских кабардинцев в этом году исполнилось 27 лет. Он объединил адыгов Моздокского и Курского районов Осетии и Ставрополья. Вместе, сообща, они решают главную задачу – сохранить этническую самобытность, богатую национальную культуру и растить достойную молодежь. Собираемся, встречаемся, праздники, поддерживаем все обычаи, вот так. Вы смогли своих детей научить кабардинскому? Да, адыгава, да, адыгахабзе? Да. Наша задача укрепить дружбу, скрепить дружбу, поднять молодежь, обычаи, традиции, чтобы сохранили. Мы делаем все, что возможно, потому что если дети учиться не могут, писать не могут, язык обычаи соблюдать не могут, они пропадут. Здесь не останется ни одного кабардинца, поэтому Адыгахаса очень много делает, чтобы этого не было.
Если в селах дети еще могут разговаривать на родном языке, то в городе либо не знают, либо разговаривают с трудом. Эдуард Дербитов – представитель молодого поколения моздокских адыгов. Незнание кабардинского – его боль. Парень получил хорошее образование, закончил МГТУ имени Баумана в Москве, занимает престижную должность. Он председатель контрольно-счетной палаты Моздокского района. Но вот незнание родного языка считает большим упущением. Это мое узкое место, так скажем, звено вот именно в том, что я очень сильно хочу научиться кабардинскому языку. У нас в семье, по-кабардински мало разговаривали. Бабушки, дедушки, да, но вот именно родители. Я хочу сказать также, я еще наполовину осетин. То есть я наполовину кабардинец, наполовину осетин, поэтому здесь еще и... Это кто, мама, папа, мама, кто? Мама у меня осетинка, а отец у меня кабардинец. А, поэтому, конечно, больше на русском, наверное, общались. Да, но ты себя больше кем чувствуешь? Кабардинцем. Что сделаешь для того, чтобы изучить язык, чтобы знать традиции? Такого же возраста, как и я, будут желающие. Могу, конечно, пойти, где маленькие ребятишки занимаются. Там тоже с удовольствием посижу. Ну, как по времени, конечно, буду успевать. Надеюсь, будут такие единомышленники, желающие изучать его. Я с удовольствием. Ну, искренне говоришь, это вот твое упущение. Ты сожалеешь, да, о том, я что... Я сожалею, я это говорю искренне. Союз моздокских кабардинцев организовал курсы изучения родного языка. Занятия велись весь прошлый учебный год. И есть определенные результаты. У нас преподаватель приезжает с селения Серноводское. Это Губжокова Марина Алексеевна. Она и там преподает. И вот по воскресеньям как бы факультатив приезжает к нам. Она чисто на добровольном в таком положении, сама преподает этот кабардинский язык. У нас, значит, прошлый год начали 44 человека, завершили 22 человека. Но я считаю, это неплохо. Если ежегодно в течение ближайших 5 лет мы сможем вот такой курс проводить, то да не только молодое поколение, еще и взрослые заинтересовались. Даже много вопросов есть. А можно ли и мы тоже изучали бы этот язык, мы бы тоже хотели присутствовать и ходить, поэтому мы простимулировали, у нас получилось. И нам нужно во что бы то ни стало продолжить этот процесс. Курсы кабардинского, уроки танцев, обучение игры на гармошке, открытие экспозиции старинных фото, музей этнографии. Много планов у моздокских кабардинцев. Их реализация связана с одним важным проектом, с которым они обратились в администрацию Моздокского района. В самом центре города стоит старинное историческое здание. Это один из особняков, в прошлом принадлежавших князю Малой Кабарды Кургока Кончокину. Союз моздокских кабардинцев обратился с просьбой передать обществу этот дом. И уже принято мной решение и принято администрацией решение, что мы будем выделять помещение. Оно исторически принадлежит, насколько я знаю, кабардинскому князю, там 200 с лишним лет тому назад. И как бы символично мы сейчас пытаемся его передать в расчете на то, что вы восстановите его. Здание будет выделено адыгам Моздока с одним условием. Это архитектурный объект. Сейчас он требует ремонта. И все строительные работы должны быть проведены с учетом нормативов управления охраной памятников архитектуры. Союз моздокских кабардинцев наладил сотрудничество с общественными организациями Адыгахаса, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, с Черкесским культурным центром Адыги Ставропольского края, вошел в состав Международной черкесской ассоциации. И сегодня все чаще слышится голос моздокских адыгов, проживающих в Северной Осетии и Ставропольском крае. Безусловно, моздокские кабардинцы, они часть нашего общего адыгского этноса. Всегда был интерес к моздокцам. Все эти истории, что часть мусульман, часть православных, что живут в одном селе, познакомились в МЧА на заседании. Как раз таки и наша организация вступала в МЧА, и общество моздокских кабардинцев. Мы уже друг друга знаем, и есть возможность ездить друг к другу, узнавать друг друга.
и вместе сотрудничать. Сейчас такой, наверное, ренессанс культуры, да, у молодежи. Это видно по активности, по социальным сетям, по интересу, но хотелось бы больше. Им самим нужно в первую очередь прикладывать усилия для того, чтобы сохранить те особенности мостовских кабардинцев. Конечно же, в решении вопросов сохранения этноса, культуры, языка важна роль органа власти. Региональная политика межнационального Ставропольского края направлена на сохранение этнического многообразия, богатства национальных культур. Черкесский культурный центр тесно сотрудничает с администрацией края, с Комитетом по делам национальности и казачества. Многие проекты общественного движения «Адыгов Ставрополья», которые касаются в том числе и моздокских кабардинцев, получили государственную поддержку. У нас на территории России, территории нашего Ставрополя, люди живут мирно, дружно, тесно общаются друг с другом. Именно сами люди заинтересованы в том, что в нашем доме, в их доме был порядок, покой, благополучие. У нас основа, у нас базис, у нас тысячелетняя история развития народа. А моздокские кабардинцы – это вообще уникальный такой культурный пласт, который вносит свое отражение на территории вот Курского района. Туда приезжаешь, и вот там удивительные люди. Там рядом мечеть, рядом церковь, рядом казак – рядом кабардинец. И вот эта смесь культур на основе любви к своей территории, она дает тут непередаваемый эффект. А ведь это все не просто так. Это же тонкая, кропотливая и постоянная работа, забота, наверное, не работа, а забота о молодежи, о старших, о своем соседе, даже другой национальности. Это просто беспокойное сердце, это дорогого стоит. Моздокские кабардинцы представляют Ставропольский край и Северную Осетию в программе фестивалей культуры и искусства, которые проводятся в Майкопе, Нальчике, Черкеске. Например, имя Вячеслава Хабитова хорошо известно в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Он режиссер, актер, певец, гармонист и самое главное – патриот своего народа. 30 лет тому назад приезжал Владимир Халидович Вороков. Тогда Валерий Александрович был молодым и перспективным. Тогда было начало и отрыв, и Большая Кабарда узнала о существовании, вернее, может, вспомнила о существовании моздокских кабардинцев. И сейчас, продолжая эти добрые традиции, вы приехали к нам, и я надеюсь, что в дальнейшем это тоже сыграет огромную позитивную роль, и моздокские кабардинцы будут известны среди адыгов всего нашего адыгского мира. По степям моздокским терек протекает, кабардинский род здесь издавна живет. Мы законы предков строго соблюдаем, в этом нас никто не упрекнет. Мы законы предков строго соблюдаем, в этом нас никто не упрекнет. Сегодня адыги живут в разных регионах нашей страны. Есть многочисленная адыгская диаспора за рубежом. Моздокские кабардинцы – часть нашего народа. 250 лет они живут на левом берегу Терека. И ровно столько здесь звучит адыгская речь, разливается адыгская гармонь. И звучат песни народа. Кабардинцы, мы с Моздока, в этом наша стать. Мы храним закон негласный, силу верность знать. Мы моздокские адыги, в этом наша стать. Мы храним закон негласный, силу верность знать. Кабардинцы, мы с Моздока, в этом наша стать. Мы храним закон негласный, силу верность знать. Мы моздокские адыги, в этом наша стать. Мы храним закон негласный, силу верность знать.